Добрый день. На 12-м канале «Час новостей» в студии Юлия Комарова. И вот о чем мы сегодня расскажем. Не только магистрали, но и пешеходные дорожки. Для удобства граждан, чтобы они могли ходить, не спотыкаясь по тротуарам. В Омске стартовал масштабный ремонт дорог. Шапки в сторону. В регион пришло настоящее лето. Долго ли тепло будет баловать омичей? Непростое ДТП даже для госавтоинспекторов. Спецотдел завершил расследование аварии, в которой погибла пенсионерка. Кто оказался виновен? Бабушкины лепешки и пельмени по-сибирски в странах Европы и Азии. У нас есть детская серия. Это вот поросята. У нас есть курочки, рыбки. В Омске выбрали лучших экспортеров года. Заслуженное серебро. Ну пусть эти медали, которые они завоевали, они еще будут впереди на горизонте. Омские ястребы уступили в итоговом матче нижегородской чайке. Коммунальная авария в Октябрьском округе. Гейзер высотой с двухэтажный дом забил на пересечении первой транспортной и шестой линии. Мощный фонтан сняли на видеоочевидце. Как оказалось, его запуск был запланированным. В администрации города сообщили, что тепловая компания проводила испытания. На сети подавали максимальную нагрузку, чтобы найти повреждения. Порыв к этому часу уже устранили. Долгожданный ремонт начался на так называемом Чкаловском кольце. Проводят его по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В Омске план на этот год обновить 14 магистралей. Так, до 1 августа бригадам предстоит привести в порядок улицы Романенко, 50 лет ВЛКСМ, 75-летие гвардейской бригады, Петра Сминина, а также улицу Будыркина в районе шинного завода. Масштабные работы стартовали с обустройства пешеходных дорожек. На смену асфальту с ямами придет тротуарная плитка. Сейчас максимально сделаем работы для удобства граждан, чтобы они могли ходить, не спотыкаясь по тротуарам. К концу следующей недели мы приступим к фрезерованию и сразу практически к устройству выравнивающих слоев. В Усть-Ишиме этой ночью полыхал крупный пожар. Пламя охватило склад древесины. Площадь возгорания составила больше 1000 квадратных метров. Полностью ликвидировать огонь удалось лишь спустя 8 часов. И, как отмечают спасатели, угрозы распространения пламени не было. Пострадавших тоже нет. На месте работали 7 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники. Омичам с этого дня обещают настоящее лето, правда, ненадолго. Сегодня воздух прогреется до плюс 23, при этом осадков не ожидается. Такая же температура сохранится и в четверг, однако в ночные часы по-прежнему будет по-весеннему прохладно до плюс 10. В пятницу комфортную погоду испортит ветер, местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Возможно, и первая в этом году гроза. Ну а на выходные в Омске вновь похолодает. В субботу 29-го там за холодным фронтом температура немножко понизится, причем в ночные часы до слабо отрицательных значений, а днем она будет 8-13. Будет существенное отличие того, что вот в ближайшие дни будет, и то, что будет в субботу. И в воскресенье там существенных изменений в погоде не ожидается. Но это похолодание, оно будет кратковременного характера, потому что уже в начале следующей недели там снова температура начнет повышаться. За сбитого насмерть пешехода придется отвечать двоим водителям. Спецотдел омской полиции завершил расследование ДТП, в результате которого погибла пенсионерка. Авария, напомню, произошла в начале февраля на улице Герцена на перекрестке с 24-й Северной. В результате неосторожного маневра иномарка подрезала мини-фургон. Водитель каблучка не справился с управлением, вылетел на тротуар и снес стоящую там женщину. 70-летнюю омичку доставили в больницу. Позже она скончалась от полученных травм за нарушение правил, повлекшие по неосторожности смерть человека. Водителю мини-фургона грозит до 5 лет лишения свободы. Вину он свою признал, в отличие от соучастника ДТП. Молодому человеку предъявлено обвинение по аналогичной статье, но за то, что он оставил место аварии, ему может грозить уже до 12 лет колонии. Больше 30 омских предприятий впервые вышли на зарубежные рынки. В условиях жестких санкций компании наращивают объемы и производства, и экспорта. Покупателям предлагают как готовую продукцию, так и оборудование. Так, аппараты для лепки пельменей охотно закупает Франция и Мексика. Хлебобулочные изделия пользуются спросом в Казахстане и Беларуси. На что делают ставку омские производители, расскажет Анастасия Вишова.
Лепить пельмени и вареники по-сибирски эти специалисты учат Европу и Азию. На производстве собирают оборудование, которое потом поставляют в разные точки мира. В этом цеху вытачивают все детали будущего механизма. После их передают на ручную сборку. Как будут выглядеть полуфабрикаты, зависит от предпочтений заказчика. У нас есть детская серия, это вот это поросята. У нас есть курочки, рыбки. Ой, много всяких животных, то есть кто что придумает, то у нас и есть. Часть технологий разработки омских инженеров. Они запатентованы, аналогов нет. Готовые аппараты отправляют в Мексику, Таиланд, Францию, Израиль, Германию, Латвию. Сейчас у нас новое, но уже уверенное направление – это блинные линии. То есть в России можем гордо и смело заявить о том, что в России кроме нас больше нет производителей. Но здесь готовят национальный хлеб тюркоязычных народов. Покупатели говорят, его вкус напоминает о детстве. Такие лепешки пекли бабушки. На этой линии производят роти, индийское блюдо. Тесто раскатывают тонким слоем в 4 этапа, затем несколько раз скручивают и отправляют под пресс. Так угощение получается воздушным и многослойным. Смену на предприятии производят около 6 тонн изделий. Изначально начинали мы Омская область, на сегодняшний день это Россия полностью и также за рубеж. Казахстан, Белоруссия, в перспективе Китай, Вьетнам, Азербайджан. За рубеж ими отправляют сельскохозяйственную и промышленную технику, продовольственные товары, машиностроительную продукцию. Лучшие экспортеры года получили награды от региональных министерств. Заявки на конкурс подали больше 30 компаний. Даже в условиях жестких экономических санкций предприятия наращивают объемы поставок на внешние рынки. Более 30 компаний впервые вышли на это. Это тоже, в общем-то, достаточно непросто, потому что одно дело, когда признаны экспортеры, которые уже знают, как это делается, что там ждет, да, какие сложности и трудности. И когда в такой сложный год, который отмечен такими колоссальными, беспрецедентными, как сейчас говорят, санкциями, у нас 30 компаний впервые выходят на экспорт. Помогает в этом региональный центр поддержки экспорта. Он входит в структуру центра «Мой бизнес». Получить консультацию и помощь в продвижении своей продукции может любой владелец малого и среднего предприятия. Анастасия Вишова и Павел Манжос, 12 канал. Традиционной первомайской демонстрации в Омске в этом году не будет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хаценко. Он отметил, праздник на этот раз состоится без шествий. Такое решение было принято, исходя из соображений безопасности. То же самое касается и патриотической акции «Бессмертный полк». Напомню, ее проведение в привычном формате отменили во всех регионах страны. Вместо шествий по улицам городов россиянам предложили наклеить портреты ветеранов на стекла автомобилей, напечатать фото своих героев на футболках или же опубликовать снимки в соцсетях. За обман пенсионеров отправиться в колонию на 5 лет. Суд вынес приговор курьеру-мошеннику. Жертвами афериста стали 7 пенсионеров. Всем поступали звонки. Людям сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Обманщики убеждали, что спасти близких от наказания могут только деньги. Как так можно было у пожилых людей забирать деньги, все их сбережения? Я предпочитал об этом не думать. У вас какая цель была? Заработать. В качестве вознаграждения мужчина оставлял себе 10% от суммы, остальное отправлял сообщникам. Ущерб, причиненный жертвам, составил почти 4 миллиона рублей. Расследование уголовного дела в отношении других фигурантов продолжается. Когда экологическая безопасность зависит от инфузории, в Иртышской воде устроили большую проверку на чистоту. Наличие вредных веществ в пробах выявляют с помощью микроорганизмов. Такое тестирование, говорят специалисты, максимально точное. В период половодья за качеством воды, которая поступает в дома мечей, следят особенно пристально. В этом убедилась и Дарья Садчикова. В этом термостате на первый взгляд стоят абсолютно пустые стаканы, но на деле здесь настоящий зоопарк. В этой воде выращивают инфузории, их моют и даже кормят рисом. Микроорганизмы используют при определении токсичности воды. Если вода грязная, то инфузория будет вести себя вяло и осядет на дне. Если чистая, то она будет вести активную жизнедеятельность.
Это лишь один из многочисленных способов оценить состояние жидкости. Для того, чтобы вывести на чистую воду всех, кто в ней обитает, специалисты берут пробы из РТШ. Микроорганизмы особо старательно считают по весне, делают это при помощи лупы. Чем больше вредителей, тем выше концентрация химического реагента для очистки воды. Кроме того, во время паводка река несет с собой немало водорослей и ила. Чтобы весь этот коктейль не очутился в водопроводе, специалисты усердно следят за очисткой. Мы делаем анализы каждый час, проверяем качество воды в источнике водоснабжения, корректируем реагенты, содержание реагентов, которые мы добавляем, и контролируем воду каждый час на выходе в распределительную сеть города. Пройдя химическую очистку, вода отправляется в огромные бассейны. Их здесь не меньше 30. Емкость одного такого – десятки тысяч литров. В этих резервуарах, которые питают буквально весь город, и происходит последняя стадия очистки. Вода проходит через песочный фильтр, он находится вот здесь, где отсеиваются разные оставшиеся вредные примеси. И дальше она уже поступает непосредственно в водопровод. Здесь находится небольшой краник, откуда можно испить только что очищенную воду. Давайте и мы попробуем. Свежая, как из родника. Во время паводка песок в резервуарах промывать и менять приходится гораздо чаще. Вместе с водой приходит большее количество загрязнений. И эти загрязнения в том числе и возрастают здесь, на фильтре. Быстрее приходится промывать эту загрузку, чтобы она продолжала выполнять все свои функции. Только после всех этих процедур вода попадает в дома Амичей. Как показывают анализы, она в 10 раз чище установленного норматива. Так что пить ее, говорят специалисты, можно спокойно, без фильтрации и кипячения. Но здесь, как говорится, дело вкуса каждого. Дарья Сач, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Омские ястребы вернулись домой с серебром из Нижнего Новгорода. Счет в матче против «Чайки» открыл Глеб Трикозов. Амичи вели 1-0 почти до середины третьей 20-минутки, но потом пропустили две шайбы за 30 секунд. Отличились нижегородцы Артем Мисников и Василий Атанасов. Ястребам удалось привести матч в овертайм. Гол забил Тимофей Давыдов. Но в дополнительное время удача улыбнулась игроку хозяев Егору Виноградову. 3-2 в матче и 4-2 в серии. «Чайка» с кубком, «Ястребы» с серебром. Это вторая медаль, которую команда заработала под руководством тренера Виталия Черночуба. Год назад была бронза. Вы достойно играли весь сезон. Вы отличные парни, вы отличные люди. Пацаны. Самое главное, то есть мне было приятно с вами работать. Но пусть эти медали, которые мы завоевали, они еще будут впереди на горизонте. Ребят, мы еще вернемся и завоюем их. И еще о спорте. Амичи взяли львиную долю наград на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике. Но воспитанник Омской спортивной школы Олимпийского резерва оказался сильнейшим среди сотни фехтовальщиков страны. Алексей Адариев подробнее. В Москве проходят всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнаурян среди юношей и девушек. В поединках на шпаге, рапире и сабле участвуют спортсмены из 45 регионов России, а также Республик Беларусь и Киргизия. Победителем в сабле стал воспитанник Омской спортивной школы Олимпийского резерва номер 12 имени Аганеса Крикорианца Владимир Хозяинов. Наш спортсмен оказался в столице сильнейшим среди 107 участников. В Кемерово завершились всероссийские соревнования «Мелодии Кузбасса», где за награды на гимнастическом ковре боролись более 600 спортсменок со всей России. В индивидуальном многоборье обладательницей бронзовой медали стала амичка Анастасия Русинова. Еще две бронзы наши грации добыли в групповых упражнениях. В многоборье среди кандидатов в мастера спорта третье место заняли воспитанницы Анастасии Агешкиной, а среди мастеров спорта призовую тройку замкнули спортсменки, тренирующиеся под руководством Светланы Стадниченко и Любови Беляевой. Юные спортсменки из Омской школы художественной гимнастики «Релеви» тем временем возвращаются из Казани, где они участвовали во всероссийских соревнованиях «Первая школьная лига России». Воспитанницы Елизаветы Цариной и Алены Куликовой завоевали серебро в дисциплине трио. На пьедестал поднялись Маргарита Черношвец, Екатерина Гудь и Кристина Шевченко. В Новосибирске прошло первенство Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров. В состязаниях принимали участие 139 спортсменов из 9 регионов России. Представители Омской области завоевали 3 награды. Победителем соревнований в весе 87 килограммов стал Александр Крикуха. Бронзовые медали на счету Владислава Казанкова в категории 97 и Максима Зайцева 130 килограммов. Все трое спортсменов отобрались на первенство России, которое пройдет с 6 по 10 июня в Альметьевске. Алексей Дариев, 12 канал.
Большой юбилей отметят большим концертом. Торжественное собрание, посвященное столетию общества «Динамо», начнется уже меньше, чем через час в концертном зале. За время существования прославленного движения его участники внесли большой вклад в развитие омского спорта. И в их числе двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина и титулованный советский самбист Александр Пушница. 12-й канал будет вести трансляцию праздника, начало в 15 часов. Также ее можно будет увидеть и в социальных сетях, и на нашем сайте. Здесь же можно найти и фильм, который мы подготовили специально к юбилею общества. Далее прогноз погоды. Ну, а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-канал.ру. Также вы можете предложить и свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио «Монте-Карло». Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. К празднику Светлой Пасхи. Михаил Пореченков в фильме Эдуарда Боякова. Ты со всеми заблудился, но спасаться одному. «Русский крест» в кино с 16 апреля. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. Зарплата не менее 120 тысяч рублей, социальный пакет и отдых в лучших санаториях России. «Норникель» приглашает «Омичей» к сотрудничеству. Компания компенсирует затраты работника на переезд в Норильск и аренду жилья. Обо всех этих условиях жителям нашего города рассказали на ярмарке вакансий. Подробности в нашем сюжете. Больше 4000 вакансий и общение напрямую с представителями компании. В Омске состоялась большая ярмарка вакансий. Жители региона приглашают на работу в Норильск. Узнать о городе и возможном месте трудоустройства помогают современные технологии. Больше я узнал, конечно, сейчас в VR-очках о городе. Интересно было побывать, посмотреть на Норильск вообще, раз так переместиться на минутку и в шахту спуститься, тоже довольно интересно. В наш город специалисты «Норникеля» приехали не случайно. Все больше «Омичей» отправляют в компанию свои резюме. На предприятие требуется слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, энергетик, аппаратчик нейтрализации и многие другие. Средняя заработная плата – 120 тысяч рублей. Соискателям предлагают и социальный пакет. Топ, да, можно выделить основных моментов. Это санаторно-курортное лечение, которое мы предлагаем своим сотрудникам, ДМС-страхование, достаточно расширенный пакет. Также для иногородних кандидатов мы предлагаем помощь в переезде. Она заключается в компенсации стоимости авиабилетов, провоза багажа, компенсируем стоимость аренды жилья и предоставляем единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. Ознакомиться с полным перечнем вакансий можно на сайте компании в разделе «Карьера». А для того, чтобы стать частью большой команды «Норникеля», необходимо прислать резюме на электронную почту. Она на ваших экранах. На все вопросы готовы ответить по телефону горячей линии. Диваны, которым не страшен пролитый кофе, когти любимцев и рисунки юных художников. Мебельная фабрика «Дивайн» предлагает широкую цветовую палитру, стильные, экологичные и удобные мебели, которая подойдет к любому интерьеру. Рисовали маркером и проливали воду. Тест-драйв высококачественной ткани провела и наша съемочная группа. Фломастер дивану больше не помеха. Яркий след стирается легким движением руки. Мебель фабрики «Дивайн» обшита велюром премиум-класса. Ему не страшны когти домашних питомцев, баловство юных художников и даже пролитый кофе. Водоотталкивающая пропитка сохранит сочную цветовую палитру на долгие годы. Увеличилась тенденция покупать диваны ярких цветов, потому что дом это является местом отдыха, часто времяпрепровождения, и людям интересно, чтобы это было все-таки ярко, эмоционально, а не серо. Поэтому в нашей компании мы расширили линейку тканей. Мебельная фабрика «Дивайн» предлагает актуальные, экологичные и стильные модели с гарантией в 3 года, которые подойдут к любому интерьеру. Убедиться в этом помогут VR-технологии. Виртуальный диван появляется в вашей квартире в один клик. Так модель можно подобрать, не выходя из дома. Или же прийти в любой из магазинов мебельной фабрики «Дивайн», где вам помогут определиться с выбором профессионалы своего дела. До конца месяца в магазине скидки. Мебель можно приобрести по очень выгодной цене. Спонсор выпуска ООО «Артград». Теплицы из поликарбоната от компании «Окна для пенсионеров» уберегут ваш урожай от ночных заморозков. Начните дачный сезон раньше соседей.
И о погоде. Завтра, 27 апреля, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 13, плюс 15. Дневная температура 22-24 градуса тепла. В районах пасмурно. Ночью плюс 10, плюс 12. Днем 18-20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Знает каждый дачник в стране. Свое с огорода полезней вдвойне. Раз так, теплицу берите у нас. Цена прошлого года только сейчас. Встречайте весну вместе с пластиковыми окнами от компании «Низких цен». Компания «Низких цен». У нас честные цены, потому что мы ценим вас. На этом у меня все новости. Следующий выпуск в 17 часов. Не пропустите.